Друзья, с самого утра в России обсуждают эту страшную новость. Этой ночью великий российский актер театра и кино Александр Наумов в результате ДТП попал в больницу. Сообщает о том, что авария произошла в Подмосковье возле одного из дачных поселков. Подробностей пока нету, новостей никаких нет. Завтра рано утром, дорогие зрители, на нашем канале выйдет свежий выпуск, в котором мы постараемся вам рассказать все подробности данной трагедии. Следите внимательно за нашими новостями, мы делаем для вас интересные новости. За годы своего творчества Александр Наумов стал настоящей легендой российского кино. Берегите себя, своих родных и близких, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить свежие выпуски на нашем YouTube-канале.